Привет, зритель! Это мой маленький обзор заказа по четвертому каталогу Avon. Я постараюсь в ближайшие пару дней обозреть АСМР на четвертый и пятый каталог. Может быть, даже пятый раньше, чем четвертый. А может быть, я просто его пролистаю, потому что 3 числа... Ну, не 3, а какого? Короче, 3 день недели. У меня что-то все дни недели из-за моего ДР поменялись местами. У меня одно большое воскресенье с четверга идет. Короче говоря, в среду у меня подруга отправляет заказ по пятому каталогу. Мне надо его просмотреть, чтобы знать, что я хочу, а может, не хочу. Или, короче, знать, хочу я что-то или нет. Я покупала по распродаже к четвертому каталогу вот эту штуку. Я давно на такие штуки смотрю, на именно на эту, по-моему. Но все как-то у меня и руки не доходили, не решалось. А тут что-то вот увидела. 89 рублей она стоила. Это у нас Avon True. Нутроэффект, глубокое питание с маслом семян миндаля. Подходит для чувствительной кожи, протестирован на аллергенность, не задержит парабены и красители, смываемый увлажняющий лосьон кондиционер для тела. Комплекс Active Seed для сухой и очень сухой кожи. На самом деле, мне тупо было интересно, что это такое, как он используется, используется он как гель для душа или как. Вот сегодня, буквально вот несколько, пару часов, может, назад мне его подруга принесла. Так-то мы вообще-то планировали с ней посидеть, но вот она заболела, но все-таки мы с ней чуть-чуть встретились, и вот она отдала мне мой заказ. Смываемый увлажняющий лосьон-кондиционер для тела с маслом семян миндаля, глубокое питание. Тут у нас есть 250 мл, сделан он 4 сентября прошлого года, и еще почти 2,5 года он может жить. Тут вот отсобачивается, и может тут где-то написано, как его применять. Так, разработан специально для использования на чистой влажной коже, не выходя из душа. Мгновенно увлажняет кожу. Способ применения. Воспользуйтесь своим обычным гелем для душа. Смойте его, не выходя из душа. Нанесите лосьон-кондиционер на увлажненную кожу тела и подождите несколько секунд. Смойте водой, вытрите кожу полотенцем, плотно закройте флакон после применения. Срок годности 3 года с даты производства, указанный на упаковке. Не использовать после окончания срока годности. Я вообще рассчитывала, что это тупо вместо геля для душа. Ну, зашел, намочил тушку, намазался и смылся. А оказывается, это вот... Ну, ладно, попробую, посмотрю, как оно будет. В общем, вот такая вот штука. Может, надо было сначала отзывы посмотреть в интернете, а не заказывать. Но мне тупо было интересно. В общем, вот такая штука. И сейчас я вам просто покажу. Тут у меня много всякой требухи. Каталог вот просто покажу. Помахаю вам. Если вы любите АСМР, то я, как говорила в начале ролика, постараюсь в ближайшие пару дней записать обзор. Ну, или, по крайней мере, запишу на этой, уже на следующей неделе. Я хотя бы пролистаю сама перед обзором, чтобы на месте, если что, говорить, вот это вот круто, а вот это не особо. А, у меня тут даже два есть. Женька, видать, по ошибке мне две штуки сразу положила. Я, наверное, могу вам, в принципе, пролистать. Это вот у нас саль, ну, распродажа Avon, мода и стиль, действие, период действия с 12 февраля по 4 марта. Успей купить, количество товаров ограничено. Тут у нас женское платье за 500 рублей без копейки, без рубля. Синее или красное. Ну и еще специальное предложение. Набор маска и расческа номер 32770 всего за 279 рублей при покупке любого товара из флайера, кроме набора маска и расческа. Иначе она стоит так 730 рублей. Ну и у нас тут маска... Для поврежденных волос мгновенное восстановление 7 и многофункциональная щетка для волос. Ну, она, соответственно, из пластика. В общем, вот он. Тут такая всякая интересная хренотень. С одной стороны, я бы, может, что-то заказала, но я буквально вчера купила футболку за 390 рублей. Тут она 400 без рубля. И тут тоже хлопок и эластан. Правда, эластана на 2% больше, чем в моей футболке. Ну, когда-нибудь, возможно, какую-нибудь шмотку еще снова закажу. А в Avon, вот на мне, кстати, этот вот, хоть тут, может, и не видно, и непонятно, но это то вискозное платье за 1600 чем-то или за 1500 чем-то, которое я, даже отдельный ролик этому платью посвящен, в 2016 году, кажется, покупала. Чем еще раз покажу. Если вдруг у меня легкий тремор, то гомен на сайт. Думаю, можете нажать на паузу и глянуть так это, как оно есть.
тут есть немножко, ну, брючки для девочек, платьица для девочек, всякие такие шмотки для девочек уже постарше, типа женщин. Так. Еще я сегодня планирую записать это АСМР с мылом. На воду бы только выползти. Тут у нас тоже по низу, тут детская пижамка за 800 без рубля. Потом детская пижама для мальчиков, там пижама для девочек, пижама для мальчиков. Пижама для мальчиков на 100 рублей дороже, чем пижама для девочек. И еще одна детская пижама для девочек от 3 до 8 лет. Ну, тут все от 3 до 8 лет. За 600 рублей без рубля. Ну, тут боди, значит, трусики, халатики, наливчики эти самые, ну, в смысле, купальники. Даже мужские труселя есть за 300 рупий без рубля. Еще раз вам. Тут куча всяких сумок, а еще пижамки. С одной стороны, у меня есть домашний костюм и пижамки, с другой стороны, если вот так вот чисто судить, 100% хлопок, размер 40, от 42 по 46, женская пижама, 700 рублей без рубля, 699. Это вот эта вот девочка тут сидит такая. Ну, тут у нас просто тупо футболка с коротенькими совсем рукавчиками и длинные брючки. У нас в том же магазине этих самых смешных цен, которые 50% от цены, можно дешевле купить такую же вот пижамку. У меня вот этот домашний костюм я за 500 рублей покупала, и он тоже 100% хлопок. Ну, тут всякие тоже пижама, сумочка, рюкзачки, даже тапки, которые меняют цвет при нагревании на солнце за 379 рублей. Размер от 27, 29, 30, 31. Эти тапки, по-моему, я не знаю, уже с незапамятных времен в распродажах бывают в Эйвен. Все последний размер, все никак не распродадутся. В общем, благодаря тому, что мои сестры дорогие мне подарили мне на день рождения кожаную сумку, маленькую сумочку такую, плюс у меня еще есть сумка, которую в Ярике покупала, летняя такая, в Индии сделана по индивидуальному дизайну. Еще одна из медведкова кожзам. Мне сумок как-то дофига. Ну, не надо. Плюс у меня там еще пара кожаных сумок, которым лет уже, не знаю, 13, наверное, они у меня лежат, когда-то их носила. Такие вот фотик-кошелек, даже, наверное, кошелек, ключи, и там еще какую-нибудь требуху положил, и все, больше ничего не влезет. Ну, зеркало, наверное. Такие вот на выход на какой-нибудь. Тут у нас... обувь, очечки и бижутерия. Я в бижутерии не особо. Мне и серебра, золота хватает. Но вот чисто, может, там вам интересно. И еще страничка со всякой разной бижутерией. Я помню, у меня была одна подруга, ну, как бы, дочка маминой сотрудницы по работе. И, на год, меня младше. И она занималась Эйвоном, и у нее семья, ну, в общем, мать ее, она сама занималась. Они, по-моему, до сих пор вот этим Эйвоном занимаются. Ну, короче, очень давно еще. Я, может, в школу еще ходила, может, уже заканчивала. И, короче, она показывала как-то мне эти свои украшения бижутерные. Вот все это из Эйвон, там какое-то кольцо, значит, пластик, само кольцо пластиковое, камушек типа пластиковый такой черный. Ну, вот нафига вот каждый вот. Оно там поносится максимум год, а потом заново меняй. По мне лучше купить что-то, не знаю, сколько сейчас серебро стоит. Ну, тогда, допустим, вот последний раз, когда я покупала серебряное кольцо, ну, 300 с чем-то кольцо серебряное купила, и оно на века тебе. Хотя тут бижутерия, вот тут кольцо Стефани, размер 6,9, 319. Оно бижутерия. Оно типа под золотом. Вот, кстати, красивая птичка. Цепочка с подвеской гармония. Вот такой этот, как он там, павлинчик. Размер подвески 3,5 на сантиметра на 1,4 сантиметра. Ну, короче, на 14 миллиметров. 35 миллиметров на 14 миллиметров. Длина цепочки 42 плюс 9 сантиметров. И цена 149 рублей. Такая довольно миленькая. Вот сейчас вот буквально увидела, хотя до этого рассматривала, что-то не заметила. Вот ее бы я, может быть, заказала бы, но у меня куча всякой такой требухи, я что-то редко сейчас ношу, но вот если вы хотите сделать какой-нибудь акцент на своей одежде, там, допустим, однотонное платье или что-то такое, какой-то костюм, и пошли куда-то, и вот оно вам очень подойдет, эта вот птичка.
Причем даже не обязательно, что у вас там какое-то кольцо, но я думаю, оно вполне бы сочеталось с натуральным золотом. Золотое кольцо с каким-нибудь рубином или просто золотое кольцо, да, и не броско так, и при этом не перебор, а красиво. Не надо наряжаться, как новогодняя елка, как некоторые делают. Тут у нас вот как раз всякая мелкая требуха. Тут у нас копилка, чехольчик для мобильного телефона. Мне вроде как обещали свою сумочку задарить с Кьюбэем. Не знаю, подойдет ли мне она к этому телефону. Потом специальный мешочек с гранулами, сова, грелка. Украшение на следующий Новый год. Блокнот, магнит, размеры листов 5 на 7 сантиметров, 24 листа, лама, и Рождество 35 рублей. Потом плед полиэстер 100%, 125 на 170 сантиметров с капюшончиком, 799 рублей. Розовая бутылочка, розовая ленточка точнее, за 409 рублей, 750 миллилитров. С одной стороны, я не знаю, мне может быть и надо бы такую бутылочку, а с другой стороны, ну куда мне такую огромную бутылочку? У меня пол-литровой бутылки воды в моей сумке за глаза и уши. Я просто не знаю, какая она тут. А вот тут написано 24 на 7 на 7 сантиметров. И, ну, с собой носить еще какая-то фигня. Я как-то не очень представляю, надо все-таки посмотреть обзоры на нее, и нужна ли такая бутылочка тут. Где-то я на днях была, была я буквально вчера в магазине, по-моему, там была как раз такая бутылочка, вот где я как раз покупала, этот ролик еще не смонтировался, на канал не вышел, свои ножи и форму для выпечки разъемную, но я пока не поняла, как ее использовать, ну, в смысле, как ее разъемить. Тут всякие приблуды для мужиков, ну и мелочь такая тоже женская. Ну и конец, тут у нас гарантия качества, куча всяких стран, включая Россию, перечислено. Женские брюки, 98% хлопок, 2% эластан, размеры от 42 до 58, и 900 рублей без рубля. Плюс еще блузка и пакет подарочный. Бумага, полипропилен, серебристый или золотистый, 55 рублей. Размер 22 на 16,8. В общем, вот такая вот брошюрка. Еще одна брошюрка. Вот это я тоже думаю обозреть. Потому что в каталоге как-то мне, наверное, не очень удобно будет в СМР вот это делать. Там побольше. Тут у нас Avon, это к третьему каталогу, но оно действует с 12 февраля по 4 марта. Еще успеете. Аутлет. То у них, видимо, что-то новое. Avon Outlet. Скидки до 70%. Успей купить. Запас товара ограничен. Лосьон для тела, для нормальной сухой кожи. По типу, как вот у меня, только этот несмываемый. Тут уже с семенами бабосу 149 рублей. Потом кремовый гель для душа. Щедрое сокровище Африки 79 рублей. И 149 рублей солнцезащитный антивозрастной крем для лица SPF 50. Вот. Тут у нас опять же и помады можно купить по распродаже, и часы, и даже рамку для фотографий, сумочки. Грелка и всякая такая требуха, даже блокнотик вот можно купить. Блок для заметок, картон, бумага, 400 листочков в блоке, 179 рублей. Размер листочков 10,5 на 10,5, в квадратик, короче. 10,5 на сантиметров. Или 105 миллиметров, кому как удобнее. Здесь у нас на следующей странице бижутерия, потом женское платье, обувь, опять же, пижамки, всякие брючки, блузочки. Тут у нас уже женская футболка 68% полиэстера и 32% хлопка. Красная и синяя, и те же самые 400 рублей без копейки, ну, в смысле, без рубля 399 рублей. Даже шарф круговой вы можете себе приобрести за 399 рублей вот по такой брошюрке. Ну и последняя страничка у нас тут. Крема Нью или Нью Hello Kitty. Вода туалетная детская от Avon за 319. Крем для мужчин увлажняющий. Лосьон для тела с маслами семян, льна и марулы интенсивного восстановления 149 рублей 400 грамм. Гель, который я покупала, тоже за 69. Освежающий гель для душа, экзотический кокос и карамбола, ё-моё.
Вот честно, я вам его не советую. Хоть он тут за 69 и 200 рублей. Это Avon Naturals. Вот этот вот. Я сейчас даже сойду обратно. Поближе поднесу. Он у меня будет в пустых баночках. Но вот я эти 200 миллилитров 3 раза использовала. У меня уже чуть меньше половины. Потом я в пустых баночках его совсем обожру. Но я вам не советую его. Если хотите что-то по дешевке купить, то купите что-то другое. Тут у нас увлажняющий лосьон. В общем, для загара, крем для рук и ног, спа, сокровище Бразилии. Кстати, когда-то я его с экстрактом Усай, то ли я сама покупала, то ли мне кто-то подарил. Ну, в принципе, неплохой такой крем. Ну и всякие приспособления. В общем, вот. Ну и последняя такая тут тоже брошюрка. Это уже к пятому каталогу. Действует 26 марта по 15 апреля. Avon Outlet. Скидки уже 75%. Тут у нас пена для ванны, гель для душа с ароматом яблока и корицы. Или с ароматом сливы и ванили. Ну и лосьон с ароматом инжира и кокос и карамбол. Это как раз в довесок к тому гелю за 69 рублей. Спрейчики у нас по 109 тут, а пенки по 89. Дальше, опять же, тут всякое разное, и косметика, и декоративка, в смысле уходовая декоративная косметика. Опять же, всякие кошелечки, отчёчки, пледики, всякие приспособления, даже зонтики. Вот что хочу сказать, у меня есть зонтик Avon, он очень хороший, и там на нем еще, по-моему, даже отдельный обзор у меня есть на канале зонт Avon с такими тучками, которые то облачка, то радуги. Так что, если, я не знаю, почем сейчас вообще зонты, но если вас не душит жаба, и вам вдруг позарез понадобился зонтик, то вот зонт Джейн, материал полиэстер, сталь, АБС, пластик. Длина в сложенном виде 24,5 сантиметра, я считаю, что вообще нормально, уникально в сумочку положить. И диаметр купола 90 сантиметров, 699 рублей. Довольно такой красивый, на розовом фоне цветочек. Не помню, как цветочек называется, но такие у нас в саду бывают. У меня даже такой цветочек фоном на телефоне, вот который недавно пришлось приобрести, есть. Сейчас вот так вот покажу поближе, наверное. Да, вот тут даже духи можно было приобрести какие-нибудь. Today по распродаже. Little Black Dress, маленькое черное платье. Даже тональник при случае. И внезапно матирующая основа и выравнивающее совершенство. Еще раз покажу. Тут у нас всякая одежда, обувь. Опять же, немножко дублирует предыдущую распродажу. Видать, они уже наметили, что у них продастся, а что не продастся. Подальше вот чисто, чтобы видно было, ну как полный рост, да. И поближе вот сейчас покажу вот так. И тут у нас уже такая более теплая одежда. Плюс еще можно приобрести боди, женская понча, 100% полиэстер, размер 40-54, два разных, 40-46 или 48-54 за 899 рублей. Последний размер женское платье. 97% полиэстер, 3% эластан, размер 40-42, 699 рублей. Ну вот честно, я предпочитаю все-таки натуральную ткань, и чтобы там было этого полиэстера как минимум. По крайней мере в платьях. Ну и еще немножко тут осталось, буквально 3 странички. Ну конечно же, тут практически все бижутерия пошла уже дальше. В принципе, миленькая, но я уже говорила в этом ролике относительно бижутерии, мое мнение. Но это лично мое мнение. Если вы любите бижутерию, то почему бы и нет. Тут
Тут у нас тоже бижутерия, можно купить еще также женские наручные кварцевые часы Сандра, диаметр корпуса 3,5 см, длина в открытом виде 23,5 см, ширина ремешка 1,8 см, ну 18 мм, грубо говоря. Материал ремешка полиуретан. И стоит это счастье у нас 1099. Также можно приобрести плед, опять же, с капюшончиком, с одной стороны сердечки, с другой стороны звездочки. Неплохая такая интересная подвеска. Вместе с сережками цепочка с подвеской Лина и серьги такие же. Серьги за 199 и цепочка с подвеской 259. Я сейчас сложу просто поближе показать. Это вот этот кусочек. Ну и тут уже вот в развернутом виде. Ну и дальше у нас уже практически сумки одни. Одни сплошные сумки или кошелечки. У меня был как-то кошелек Avon, и он довольно долго жил, хоть он был, соответственно, конечно, не кожаный. У меня был такой весь наборчик. У меня осталось от этого наборчика только такой вот, как бы, платочек со знаками зодиака фиолетовый. Ну, кошелек, по-моему, лет 10, наверное, жил. Я даже потом его просто уже юзала как-то так вот, ну, под какую-то мелочевку дома. Можно было положить купюры полноценные, в полный рост. Там было деление под кредитные карты и под мелочевку. Сейчас у меня уже несколько лет, последние 5, кожаный Австрия производства красный кошелек с кучей отделений под кредитные карты. В общем, вот такой у меня обзор Avon и нескольких брошюрок. Надеюсь, он вам был полезным, вы что-то для себя подцепили. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!